Сегодня ровно 2 месяца, как я получил травму, порвал бицепс. Вот. И пошел у меня дефект с нервами. Вот, после операции. Сейчас я не могу полностью, вот видите, это максимум, что я могу. Кисть шевелится, вот эти пальцы шевелятся нормально, а вот где косточки, не открываются. Задет, поврежден, там, я не знаю. Короче, нужно восстанавливать. Врачи говорят, что это пройдет, в скором времени пройдет. И не говорят, когда оно вообще может произойти. А мне нужен четкий срок, когда оно... вообще, типа, ну, пройдет. Вот. Никто ничего не говорит, сказали, что все пройдет, все будет хорошо, все точно у тебя будет, все вообще отлично в скором времени. Вот, ну, и кого я писал, кому я писал, мне писали, что такие проблемы часто встречаемые, в принципе, и как бы они проходят со временем. Ну, все говорят 3-4 месяца. Вот где-то такие сроки. Так что сегодня я иду в зал, покажу вам, как я восстанавливаюсь, в принципе, какие упражнения делаю и, в принципе, что мне помогает вообще. Так что увидимся в зале, наверное. Чтобы браться за борщ, надо поесть хорошо такой домашний творожок, плюс туда такой подсластитель маленький, сгущеночка, вот. Так что это, как его... Увидимся в зале. Ну а мы это как начинаем валить творожок. Вот сюда вот втирать чисто. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I could take a boy's name and smear. Or take it up a gear and end your career. And make you feel fear or make you disappear. Cause I am right here, we're not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make it. Братцы, я как бы вот тут, вот здесь. И что я могу сказать вам по этому поводу? То, что это не весь тренировочный процесс, который вообще есть. Как бы то, что снял, то вы видели. И что я хочу дополнить. То, что 2 месяца прошло уже. Еще где-то впереди, я думаю, где-то месяц реабилитации вот такой. И как бы уже через месяц, я думаю, можно будет как бы уже делать какие-либо элементы. Вот, но при этом еще один курс процедур, а может быть и 2. Это мне будет стимулировать нерв, который поврежден, зацеплен, я не знаю, как бы. Короче, что-то с ним не то. Вот, и как бы все идет потихоньку, все как бы хорошо, наверное, но это не точно. Ну, как бы восстанавливаемся, не падаем там духом, все хорошо, так что это, следите, подписываемся, ставим там. Блин, не могу браться этим пальцем, конечно. Короче, там, вы знаете, что делать. Подписываемся, делимся роликом и как бы наблюдаем за мной. Будет со временем все лучше, жестче, мощней. И просто мы взорвем этот YouTube. Так что let's go, поехали.